16 октября деревню Новоселки с рабочим визитом посетил глава городского округа Виктор Петрущенко. Он проверил, как идут работы по вопросам, которые обозначили жители на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Детский сад, и в левом крыле у нас находится ФАП и находится почта. И растут деревья туи. Туи разрослись очень высокие, стали широкие, и практически в этих двух помещениях было очень темно. Мы по просьбе жителей мы просто их обрезали. Вот, сейчас мы заходили, проверяли, что на почте, что в ФАПе работники довольны, потому что сегодня у них светло. Первую просьбу жителей выполнили. Вторая просьба была, здесь детская площадка. У жителей была просьба сделать освещение, установить знаки и установить лежащие полицейские. Сегодня это тоже уже сделано. И осталась третья просьба, которую люди просили. Это у нас здесь есть одна улица, где грунтовая дорога, и жители не могут проехать. Эта дорога занимает всего там 300-350 метров. Мы жителям обещали, что обязательно в следующем году ее сделаем. Но Андрей Юрьевич сказал, что никакого следующего года нужно делать в этом году. И мы уже вышли на торги, и у нас есть понимание, что в течение ближайшего месяца мы дорогу жителям тоже сделаем. Также в Новоселках продолжаются работы по запуску новой котельной, которая должна дать в дома не только тепло, но и горячую воду. Построена она была также при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Горячую воду мы буквально сегодня в одном доме прямо открываем кран. И сегодня жители за последних 38 лет получат горячую воду с крана, а не с батареи, как это было раньше. Так что первый дом сегодня запускаем, и в ближайших 3-4 дня мы запускаем оставшиеся два дома. Так что в Новоселках горячая вода на сегодняшний день в одном доме есть. Подобные работы ведутся в деревне Козловки. В этом году там тоже была поставлена современная котельная. Отопление там уже есть, а горячая вода в 5 жилых домах появится до конца октября. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Константин Куянов, студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.